Танцуют всем. Большим галоконцертом подвели итоги года детские коллективы фитнес-центра «Айсберг». В творческих студиях спорткомплекса сегодня занимаются больше 150 мальчишек и девчонок. Свои достижения они представили на сцене Центра молодежных инициатив. Гала-концерт открыли воспитанники детского направления «Танцевальное шоу». Этим танцорам от 3 до 5 лет. Многие из них сегодня впервые вышли на сцену. Нас научили танец про маму. Понравилось, как все девочки танцевали. Детки занимаются растяжкой, занимаются изучением элементов, гибкостью, прыжков. То есть это не просто танец, а танец уже более сложный, чем просто современная хореография. Мы сейчас, скажем так, прошли базовый такой курс обучения. Хотелось бы, конечно, теперь развиваться дальше, больше на результат, на становление каких-то достижений. Творческие коллективы фитнес-центра «Айсберг» представили самые разные направления и стили, от современной хореографии до национальных танцев. Направление «Фламенко» – хореограф Оксана Шелкунова. Очень популярен сегодня чирспорт – танец с элементами хореографии и акробатики. Арина Логачева и Софья Семендяева занимаются всего год. Их дуэт уже стал лучшим на фестивале «Оскольские звездочки» и серебряным призером танцевального турнира «Русская зима» в Белгороде. Весело, интересно было. Много аплодисментов. Но особенно тепло артистов встречали на итоговом гала-концерте. Каждый получил грамоту и подарки от управляющей компании «Айсберг» вице-генерального директора Максима Романовича Ивазова. С Новым годом и Рождеством всех поздравил директор спортивно-развлекательного комплекса «Айсберг» Сергей Леонидович Терехов. Здоровья, благополучия, творческих и спортивных успехов детишкам. Мы всегда рады вас видеть в нашем спортивно-развлекательном комплексе «Айсберг». Свое мастерство зрителям представили и тренеры групповых направлений фитнес-центра «Айсберг» Диана Мурзаева и Анна Горожанкина. Главными гостями вечера стали, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Я когда был гость, приходил, и подарки детям я приносил. Я счастлива, потому что наши родители, бабушки, близкие посмотрели на нас. Занимаюсь я недавно, то есть буквально 3 месяца, но я очень рада возможности такой выступать на сцене. Мне понравилось, как я танцевала. Я научилась не бояться. Великолепно, мне понравилось. И как тренеры танцуют, и как все детки танцуют, все молодцы. Спасибо директору фитнес-центра и всем, кто это мероприятие для детей так организовал. Особое внимание мы уделяем детскому направлению. У нас занимается более 150 детей групповых направлений. У нас есть 3 зала, которые оборудованы для того, чтобы заниматься детям спортом. В новом году творческие коллективы спорткомплекса «Айсберг» ждут не менее яркие встречи, конкурсы и, конечно, новые победы.